Евангелие чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Евангелие от Иоанна. Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. Слава тебе, Господи! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из поучения Святаго Иоанна Златоустова на книгу Бытие. Цитаты Священного Писания из синодального перевода Библии.